Удивительно, какая живет у меня сейчас радость на душе от встречи с образной композицией «Солнышко весеннее» с видеотекстом. До чего он красивый, до чего он праздничный, какое он дарит удивительное чувство встречи, как с результатом действия нежности. Вот. И помогает еще ближе встретиться со всем тем прекрасным содержанием, которое есть в этой композиции. Он такой сюрпризный, я бы так вот сказала даже, потому что такие цвета буквы, они просто светятся, излучают и дарят сразу целую гамму чувств. Вот как сказочники в этой композиции своими интонациями, словно вот, знаете, волшебная палитра сердца, да, вот этот, каждый голос он рисует, он рассказывает, дарит вот все, что происходит, ярко это очень слышно. И то же самое в видеотексте. Все вот эти цвета букв, настолько они гармонично продолжают, вот, и просто еще встречаешься еще более ярко с каждым образом. Вроде бы это не рисунки, это буквы. Но вот эти цвета, они настолько, уж если лед, так вот он лед. Если травушка, так травушка, он такой сочный, яркий цвет, который передает это ощущение. Если белоснежный ландыш, так белоснежный ландыш. Да, передает это настроение этого персонажа, его чувства, вот то, что сейчас ощущает этот персонаж в этом общем спектакле жизни. И так было радостно встретиться с солнышком из солнечной сказки. Вот оно, это солнышко, которое сейчас продолжает дарить свой свет. И это все происходит на глазах, и ощущение такой, знаете, какой-то стремительной жизни, бурной, яркой, насыщенной. И я для себя делаю такое, ну, как открытие и как вывод, что да, само по себе чувство нежности, оно прекрасное, тонкое, но оно такое сильное, яркое, многогранное, и его действие, оно однозначное и такое, ну, проявленное, то есть оно вот, если настоящая нежность подействовала, то таким было некоторым, знаете, удивлением, когда мягким светом ласковым, и вдруг такие яркие буквы. Я сижу в таком восторге. Свет мягкий, ласковый, но он такой однозначно яркий, да. Заглянула в глазоньки, то есть сами по себе вот эти удивительные слова, которые уже дарят определенное состояние, они передают, да, вот действие солнышка, ты заглянула в глазоньки, уже наполнила любовью, уже отнеслось. И вот столько открытий. И еще, знаете, я сегодня заметила, что внизу видеотекста есть солнечная дорожка. И вот это ощущение, знаете, что свет, он постоянно струится, вот его качество света, да, он постоянно изливается, он продолжает действовать. И словно бы мы видим вот эту вот, ну, череду событий, то есть все то, что сейчас происходит, вот смена, да, события за событием, картина за картиной, все это происходит благодаря непрерывному действию света. Вот такое прям открытие в сегодняшней встрече с видеотекстом. Вообще просто счастье встретиться с таким изданием, которое, ну, вот такое пышущее, яркое, праздничное, оно просто рассвечивает эту встречу с солнышком весенним. Очень я созвучно чувствовала от встречи с тем, что ты говоришь. Еще так интересно, я обратила внимание, что когда песня поется, там же строчка за строчкой, они как бы сменяют, слово за словом сменяются. А здесь, благодаря тому, что появляются вот эти вот праздничные, яркие буквы всех цветов, которые прямо передают вот образ, и потом они не сразу же исчезают, и на экране остается вот как бы, ну, вот эта вот картина весенняя. Что сейчас происходит? Там свет, там снег еще где-то лежит, белоснежные лёды, тут же яркие краски пробивающиеся травы. И вот они все на экране складываются в такую весеннюю картину какую-то, одномоментно, которую вот можно прямо увидеть. И она дарит вот это ощущение весеннего преобразования, праздника на самом деле. Многоцветие. Многоцветие, да. Многоцветие действия, многоцветие вот разного, такого разноцветного, такого и в то же время такого единого вот в своей сути, в своей направленности. Вот так интересно с этим знакомиться. И да, очень созвучно с тобой тоже, что и это происходит постоянно в лучах этого солнца. В лучах, в таком и тонком, и нежном, и в то же время ярком и мощном действии. Да. И так
когда в конце уже появляются вот эти золотые буквы на синем фоне неба, такое ощущение, что вот оно, само солнышко сейчас, с ним встречаешься. И в завершении еще, когда появляется сердце, да, цветущее, то есть, то, ну, мне видеотекст прям говорит о том, что это все может происходить в сердце, в человеческом сердце, в моем сердце. Потому что, да, все те образы, о которых мы слышим, они есть в жизни, их можно встретить в природе, да, но я четко понимаю, чувствую, что речь идет здесь в первую очередь о мире природы души, то есть, что вот в душе все это чувств. Тоже в природе чувств, да, человеческих, это тоже все есть, и там можно почувствовать, обнаружить в себе, и где-то лед, где-то пробуждение, травушки бесстрашные, то есть вот это цветение, ну, как бы, что именно об этом в первую очередь рассказывает композиция. Я еще почувствовала, благодаря такому спектру ярких цветов, ценность каждого персонажа в этой сказке. И у каждого одна мечта. Такая солнечная, так ясно показано это благодаря фильму. Благодаря чему такие преобразования? Вроде все такие разные, природа, да? И веточки, и цветы. А что было? А исток один. Устремление одно.